жабрёнок из нора халявам! Школьницы, недопущенные к занятиям, и их родители говорят, что платок – это элемент традиционной одежды, а не религиозный атрибут. Сегодня третий день противостояния в школе Фердауси в Мактааральском районе. Утром здесь собралось около 70 учениц. Позднее было видно, как они сняли платки и вошли внутрь. Причина конфликта в селе – приказ министра образования и науки двухлетней давности. По словам местных жителей, до него вопросов к одежде школьниц не возникало. Представитель местного маслихата считает позицию жителей села однобокой. Есть и те, кто поддерживает распоряжение министерства. Они сняли платки и продолжают учебу. А некоторые невозражавшие родители говорят, что не смогли убедить своих детей. Мен кішкене жасымда орамал менен жүрдүм деди. Мен күчүм жетпейт болуп, битип алууга. Спором занимается специально созданная комиссия. В селе увеличилось число полицейских. Некоторые местные жители получили вызовы в районную полицию. Приказ министра образования и науки о единой школьной форме вызвал проблему уже в 4-й области. В селе Фердауси, где проживает более 300 семей, жители школы пока не пришли к соглашению.